Всероссийский форум «Территория смыслов» – это кладезь огромных образовательных полезных программ для всех и каждого. Это территория, которая дарит всем замечательные эмоции, замечательное настроение. И, как мы уже поняли, я думаю, что каждый, кто захочет получить массу положительных эмоций, может стать участником этого форума. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на территории смысла. Это действительно территория смысла, потому что здесь можно все и всем. Здесь есть ребята с ограниченными физическими возможностями, но они могут, они выступают, они двигаются. И мы здесь вместе с ними. Волонтерские движения, просто молодежь, которая учится в вузах. Территория смыслов с радостью примет всех. Неважно, есть у тебя ограничения или нет, потому что все ограничения, они внутри. Тут размещаются и лица на колясочках, и с палочками. И мы стараемся на своем примере показать, что территория смыслов доступна. И именно ты, который смотришь нас сейчас, можешь приехать сюда и образовываться, интегрироваться и быть в нашей команде. Неважно, есть у тебя ограниченные способности или нет, здесь ты можешь реализовать себя, познакомиться с новыми интересными людьми, послушать и получить новую информацию от крутых и классных спикеров, получить новые идеи, зарядиться энергией от других участников форума, узнать больше о новых проектах. Форум «Территория смыслов» — это уникальная площадка, которая принимает абсолютно всех людей. Вне зависимости от религии, нации, цвета кожи, мы все одна большая семья. Ты сможешь все. У тебя все получится. Мы ждем именно тебя. Территория смысла. Смысл есть!